Ребят, всем привет! Я уже долгое время после карантина, после пандемии, не вижу моего хорошего друга. Это я вам представлю сеньор Аугусти. И сегодня я ему задам ряд вопросов. Смотрите, у меня здесь все вот так вот на тетрадочке написано. Я буду задавать их на испанском языке. Сеньор Аугусти мне будет отвечать, и я быстренько буду пытаться вам переводить. Если кто-то позже подошел, ребят, если у вас какие-то будут вопросы, вы пишите в комментарии, потому что телефон не у меня, а у моего коллеги. Мы потом посмотрим и ответим, и вообще мы, наверное, сделаем, если получится у нас этот стрим, мы сделаем еще таких 20 стримов, да, с хорошими устрицами, с красивыми девушками. Господа, ребят, я уже представил вам сеньор Аугусти, и давайте для начала hace tiempo que no nos vemos y para empezar hay que tomar cava. Sí. Для начала нужно выпить немножечко кавы. Ваше здоровье. Меня поправил оператор, чтобы не общался на телефон. У нас еще стоит камера, а важный объект моего внимания это сеньор Аугусти. Hola, ¿qué tal? Hola, yes. Как дела, я спрашиваю его по-каталонски. Сеньор Аугусти, ¿cuántos años tiene? Y me interesa mucho si su familia proviene del Delta y qué estás haciendo. ¿Cuándo naciste y qué estás haciendo por aquí en esta zona? Bueno, yo nací en el 11 del 9 del 39. Tengo 80 años. Cumplidos. Ему 80 лет. Era una familia agrícola, agricultores, pero éramos agricultores, mis padres eran agricultores en verano y al invierno eran mariscadores. Ага. Специфика местности такова, что его семья, она, его корни семьи отсюда, с Дельты де Лебра, и он говорит, мы семья, крестьянская семья, мы занимаемся сельским хозяйством. Сельским хозяйством они занимаются зимой, занимаются продуктами морем, морепродуктами, а летом занимаются рисом. Sí. Como que mis padres ya eran mariscadores, mi padre y mi hermano y tal, yo siempre tenía ganas de venir al mar, hacer algo en el mar. Так как родители Аугустина были большей частью производители морепродуктов, он говорит, моя душа всегда лежала в отношениях с морем. Empezamos, vimos cómo se hacían las primeras mejilloneras en el Fangar, la otra parte, en el año 65-70. В 1970 году первые, даже нет, извините, в начале 1960-х годов первые фермы возникли. Мы с вами находимся сейчас в заливе Алфакс. Через дельту, километров через 20 отсюда, находится залив, который тоже принадлежит Дельте де Лебра, называется Фангар. Там были первые устричные фермы. Con que llevábamos la fiebre esta de las mejilloneras a la otra parte que es más pequeño, se saturaron los permisos, se terminaron los permisos y solamente habían permisos para edificar aquí en los alfaques. И в заливе Фангар, тот, который здесь в 20 километрах отсюда, закончились разрешения на постройки вот этих ферм. И специалистам, которые занимались мидиями и устрицами, им пришлось перевозироваться вот в этот вот залив, который называется Алфакс. Cuando venimos aquí, sí, cuando venimos aquí. En el año 84, 1984. 1984 год в этой зоне начинают строить вот эти вот платформы, которые вы видите вокруг нас. Мы потом еще это снимем. Все это с 1984 года началось. Hicimos 90 concesiones, todas en dos años, año y medio, dos años. Hicimos una producción bárbara. И не имели рынка.
За 1,5-2 года они построили здесь 90 платформ. Я добавлю от себя, потому что я знаю, каждая платформа вот такая вот, она дает около 40 тонн продукции в год. В общем, за 1,5 года они построили 90 платформ, и они завалили рынок продукцией настолько много, что рынок не справлялся с этим, никто не мог это купить. Debido a que no había mercado, perdíamos cada año el 80%, 70-80% de la cosecha. Poco a poco se fue haciendo mercado, pero no fue suficiente. Y de aquí nació la idea de la casita del Ave Agustí. Видите, señor Agustí сделал грамотно очень. Я, в принципе, уже не задаю ему вопросы. Он же понимает, что я хочу от него, и он мне об этом рассказывает. Значит, с 1984 года, когда здесь началось это устричное движение, у них был переизбыток устриц, продукт, они не успевали все это продавать. И отсюда у него родилась идея сделать цепочку дегустационных ферм для внутреннего рынка, чтобы люди приходили и пробовали здесь устрицы. Pensamos que como aquí no venía la gente, teníamos que hacer algo para aquí. Hicimos esto solamente para promocionar el producto, el mejillón y la ostra. Pero sin darnos cuenta hemos hecho tres cosas y las tres son importantes. Promocionar el producto, turismo, que esto gusta mucho, y cultura de país. ¿Qué hacemos? ¿Dónde estamos? ¿Y cómo lo hacemos? Señor Agustí говорит, что в принципе первая идея это было сделать рекламу продукта и чтобы люди приехали сюда на корабликах, на лодочках и попробовали все это. Но, говорит, мы таким образом затронули три важных, я, знаете, от себя скажу, убили три зайца сразу же. Реклама, культура страны и развитие сельского хозяйства. Вот эти вот три столба, которых они получили после того, как открыли вот эту вот ферму. Al hacer esto, nunca pensábamos que sería tan de éxito. Porque nosotros lo hicimos solamente para una cosa, pero esto se ha expandido hasta el extremo que en el año 1916 nos otorgaron una medalla a la mejor producción turística de Cataluña. В 2016 году, потом, ребята, если я вспомню, но или я выложу в сторис, вот здесь в ресторане справа от меня в 10 метрах есть большой постер, где сбежавший бывший президент Каталонии вручает медаль за заслуги перед Каталунией, за сельское хозяйство, за культуру сеньору Агустí. Поэтому это его высший бонус, который он заслужил перед страной. Так, ребят, теперь я хочу чуть-чуть потянуть одеяло на себя. И ahora quiero hacerte preguntas yo. Un poquito de que yo pensaba. Es curiosidad. Yo cuando llevo gente aquí, les digo que aquí las ostras son top de top, son mejores del mundo. Ребят, вопрос мой следующий, я задаю Агустину. Мне сам Агустин и местные говорят, что здесь самые топовые, самые эксклюзивные устрицы, одни из лучших в мире. Слушаем профессионала. Por qué? Почему? Почему? Bien, se decía siempre, la gente del país, la ostra, el mejillón de las bahías es muy bueno. Yo decía, por chime, ¿por qué? Y esto me ha ayudado muchísimo en la vida a aprender el por qué. Это мехор. Видимо, мы зашли очень издалека и по поводу качества устрицы. Сеньор Агустин отвечает тоже издалека. Он говорит, я родился во время постгерры. Это гражданская война, это 39-й год. Тогда первое, у него, говорит, у меня в жизни было две кафедры.
две кафедры, которые его научили всему, что он знает. Первая его кафедра, он родился в голодной стране, и голод его гнал на все подвиги, на все бизнесы и на все обучения, которые он потом вложил в вот эту ферму. И вторая, это его желание, вторая кафедра, это его безумное желание путешествовать, узнавать людей, спрашивать, как знакомиться с технологиями, с процессами и, в общем, быть всесторонне развитым. Августин? Sí. Y viajando aprendí, no, descubrí el por qué el mejillón y la ostra de aquí, de las bahías, es el mejor del mundo. И путешествие он все-таки определил, почему наша устрица с Дельты де Лебра лучшая в мире. Este, todo marisco se alimenta del agua. Para comer tiene que beber agua. Para, y se alimenta del fitoplancton, del plancton que hace el agua. Любой морепродукт и моллюск, они питаются с морской воды, в которой есть энное количество фитопланктона. Si bebe agua y es dulce para comer, el mejillón y la ostra es dulce. Если устрица находится в пресной воде и питается там, устрица пресная. Y si bebe agua y es salada, el marisco es salado. И если она в соленой морской воде, то любой вид морепродукта, в данном случае устрица, они соленые. Y aquí está el porqué. И es... вот, ребят, мы сейчас идем к тому самому важному, почему местная устрица считается одной из топовых. Мы с вами находимся в заливе Алфакс. Залив Алфакс – это часть Дельты де Лебра. Он естественной такой косой закрывает залив от моря, и сюда впадает огромнейшее количество пресной воды с реки Эбра. Поэтому здесь вот такой вот водоем, где совмещается морская вода с пресной водой в очень нужном проценте. Y esto es lo que nosotros nos hace la naturaleza. Esto nunca nos lo podrán quitar. Tendrán el marketing mejor que nosotros, pero la calidad la tenemos nosotros. Y esto nadie nos lo puede quitar porque lo hace la misma naturaleza. Y вот тут он говорит, что у французов, например, они лучшие маркетологи, у них очень продвинутая устричная индустрия, но, говорит, у нас всю нашу систему устричную придумала природа, и природа в данном случае лучший маркетолог, который отвечает за лучшее качество. Продукцион. Продукцион. Сейчас, наконец-то, опять я задам вопрос. Когда лучший сезон для того, чтобы есть вот в этой зоне устрицы? ¿Qué temporada mejor para... Para la ostra? Para ostra. Es noviembre. Ноябрь. Diciembre. Декабрь. Enero y febrero. Январь и февраль. Это лучшие устрицы. Para el mejillón, abril... Майо, хунио, хулио, агосто и сентябрь. А для мидий это с апреля по сентябрь. Господа, я хочу спросить у Августина давно мучающий меня вопрос. Куда они девают устриц? Кто у них покупает вот эти устриц? Ahora quiero preguntarte de producción. ¿Quién compra todo lo que estáis cosechando ahora? Aquí se hacen unos 3 millones de kilos de mejillón. Y unos 200 mil kilos de ostra a 300 mil. 3 миллиона тонн мидий ежегодно производится в Дельте и 200-300 тысяч тонн устриц. El mejillón se vende todo desde Valencia a Barcelona, todo. Мидии – это испанская тема, и у них раскупаются на Урале, Меркадоне, Валенсии, Барселоне и Мадридом. La ostra... Es otra cosa. Antes vendíamos el 100% a Francia. Ahora vendemos un 70-80% a Francia, el resto ya se consume. А вот устрицы, это, говорят, совсем другая история. Раньше 100% производства устрицы закупали французы. Французы, я вам так скажу, они не дураки. Раз здесь топовая устрица, у них цена не очень дорогая, и французы, естественно, покупали. Покупает это регион Аркашон. А с недавнего времени Августин говорит, что французы покупают около 70-80%, и 20% покупается уже внутри страны.
Окей. Ребят, мы, конечно, можем очень долго разговаривать. Я хочу немножечко освободить сеньора Августи. И я бы хотел, чтобы он нам дал мастер-класс и открыл бы нам вот это вот. Aquí tiene, ¿ves? El, el, el fijador, el que abre y cierra. El que abre y cierra la... Uy, esta se rompe. Puñetas. Esta. Va, aquí. ¿Ves? Смотрите. Вот, от носика 2 сантиметра. Solamente... И здесь он говорит, что самая слабая часть устрицы, и она легко открывается. Смотрите, теперь он подсек одну ножку ножом. И открывается крышка, дорезал эту ножку, и под самой устрицей есть еще одна ножка. Este es el fijador, se tiene que romper. Aquí está el agua dulce. Моя первая устрица, вот она моя, пищащая, сладкая моя девочка. Ух! Это божественно. Это wonderful life. Bocato di cardinale. Друзья, я считаю, что сегодня, как для пробного шара, у нас первый такой стрим состоялся. Мы сейчас закончим его. Стрим, этот лайв я вывешу у себя в Инстаграме. И мы сейчас с моими дорогими операторами, с сеньором Августином, мы сейчас сядем, съедим устрицы и хотим пофотографировать. У нас тут дроны, у нас подводная съемка намечается, у нас стоит яхта. Ну, в конце мы вызовем сюда, наверное, вертолет и девушек, да? Всем спасибо, что нас смотрели. Выходите еще на эфир. До свидания.